Так, приветствую всех. Решил записать вот такой вот небольшой ролик. Расскажу по порядку. 2 года назад мы приобрели квартиру. Прописали туда 2 наших несовершеннолетних детей. Один ребенок 10 года, 8 лет, а другой ребенок, вот, 15 года, 3 годика всего. Так вот, именно этим ребенком, которому 3 года, налоговая заинтересовалась и прислала декларацию об оплате налога. Вот так вот, трехлетнему ребенку, вот, 15 года. Вот, все положено. То ли это шутка, непонятно, то ли это ошибка, то ли прикол, что ли, чей-то какой-то, непонятно тоже, вот. В комментариях можете написать свое мнение об этом. Может быть, кому-то тоже такие письма приходили. Но трехлетнего ребенка. Он мало того, что не то, что писать, а говорить-то у нас только вот учится. 3 слова знает. Все, вот, пожалуйста, к оплате. Налог на имущество, тра-ля-ля, все это. Все, пожалуйста. Оплатить. Вот до 3-го. Вот так вот. Так, все, квитанции, все тут прислали. Так что вот так. И причем прислали на одного ребенка. У нас их 2. Прислали на самого младшего почему-то, которому 3 годика. Не знаю, наверное, так пошутить, наверное, решили. 60 рублей там прислали. Наверное, в бюджете больше денег, наверное, соберут, если вот каждым детям будут слать, что ли, я не пойму. Ну, в общем, свое мнение пишите. Вот такая у нас история. Мы, конечно, сходим в налоговую в эту, разберемся. Интересно, они вот своим детям тоже прислали? Хотелось бы узнать. Или нет, своих освободили. Вот это письмо еще раз показываю. С Волгограда. Вот, с налоговой. Как они там разбирались, даже не знаю. У ребенка трехлетнего-то паспорт-то, я не знаю, там в каком, в 20-м году, наверное, получать. Одно вот свидетельство о рождении, и то прислали, пожалуйста. Да, вот такие вот дела. Ну, свое мнение пишите. Я там смотрел, ребенку прислали 6-летнему, а нам умудрились вот 3-летнему прислать. Так что не удивляйтесь. Все, спасибо за внимание. Пишите свои мнения.